отличными результатами, с таким вообще такой эмоциональный подъем. Валентина Алексеевна быстренько все выложила. Сейчас давайте я дам ей лекарство и вернусь к вам рассказать с теми результатами. Ну, что касается, что вас может заинтересовать, мы, конечно, встречались несколько по другому вопросу, по детскому вопросу, и этот вопрос тоже благополучно разрешили. Но я воспользовалась, так сказать, ситуацией, тем более, что мэр сам начал разговор об этом и сам внес предложение. Я воспользовалась его расположением духа, внесла свои предложения и слова, и все. И даже глава Северного округа сказал: пишите, я все приму, все будет так, как говорите. Начнем с того, что я хочу уже объявить победителя художественного конкурса, который так надолго затянулся, поскольку мы отдали дальше, чтобы показать заинтересованность людей в парках, скверах с названиями. Я имею в виду, когда я вам рассказывала по названию. Я просто сейчас на эмоциях не помню имя девочки. Рисунок мне еще не отдали, мне его привезут, скорее всего, только на следующей неделе. По-моему, девочка из Казахстана, 11 лет, которая нарисовала парк, сквер белых роз, бюст там Сергея на рисунке стоял и дощечки с QR-кодами. Пожалуйста, напишите мне, вы стали победителем. Как только рисунок появится, я, конечно, на всеобщее обозрение его поставлю, и вам нужно получить свою награду. Дальше. Предложение создать тропу ласкового мая, можно сказать, было принято на ура. И депутаты даже озвучили вслух, это на камеру все есть. Мы потом все это вам обязательно покажем. То есть вы понимаете, что не все сразу. Просто я вам говорю уже наперед, что от депутатов поступило даже, что депутаты возьмут себе на баланс и за свой счет сделают эту тропу от дома детства. Будет красивая ландшафтная тропа с QR-кодами до самого памятника, где вы сможете навести телефон, послушать, попеть любимые песни. Как-то так. Наш глава города все это слушал, он так воодушевился. Наши разговоры с депутатами, с главой Северного округа города Оренбурга. И такой говорит: вы знаете, ваши депутаты, ваши любимые депутаты, с которыми вы работаете, которые вас слышат, которые высказывают мнение людей, проживающих в вашем районе, уже выходили, говорит, ко мне с такой инициативой, говорит, я сейчас подумал, говорит, и действительно решил, что это правильное решение вести традицию. У нас здесь, в месте, где будет стоять памятник, проводить ежегодные фестивали. Как вам? Помимо этого, от главы Северного округа, который согласился в рамках осмотра дорог района, то есть мы показали, где они не досмотрели. И люди ждут и постоянно обращаются, спрашиваются. Он оставил свою машину, вместе с помощником сел в мою машину, и мы прокатились. Пока я ему показывала, где что нужно сделать, здесь покосить, здесь там кружкой засыпать, здесь то да сё, здесь вот так вот. В общем, в промежутках он сказал о том, что мне понравилась ваша идея с переименованием парка и сквера, и я даю добро. В общем, он подтвердил, что парк и сквер
Идея с названием, переименованием названия парка и сквера, что все устраивает, и он будет содействовать, чтобы уже на следующий год действительно, прям документально, парк и сквер были переименованы в парк Ласкового Мая.